Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами продолжим тему добавления ZigBee-устройств в систему Home Assistant. На этот раз при помощи USB-стика CC2531 и аддона ZigBee 2MQTT. В отличие от рассмотренного в прошлом уроке шлюза Xiaomi, USB-стик существенно расширяет список поддерживаемых устройств, не ограничивая его только Xiaomi или Acara. При этом работать с ним даже проще, чем с шлюзом Xiaomi, а стоимость его ниже. Изначально координатор не имеет необходимой для работы прошивки, поэтому я приобрел такой стартовый набор. Ссылка в описании под видео. Для дальнейшей работы будет использоваться только вот такой USB-стик. Есть варианты с внешней антенной, как у меня, и распаянной на плате. Лучше брать с внешней. Все остальное нужно только единоразово для прошивки. Можно найти уже прошитые под ZigBee 2MQTT CC2531 стики, тогда остальное покупать не надо. В набор входит шлейф для подключения к стику, переходник, к которому он подключается. Переходник нужен для соединения с более широким шлейфом, который подключается к CC-дебаггеру. Дебаггер нужен для заливки прошивки в USB-стик. Естественно, что он многоразовый и может перепрошить любое количество CC2531. Он, в свою очередь, имеет интерфейс мини-USB для подключения к компьютеру. Нужный кабель идет в комплекте. В моем наборе оказался один лишний широкий шлейф, так как он был в комплекте и с дебаггером, и с переходником для стика. Для работы мы будем использовать проект ZigBee 2MQTT. Все необходимые ссылки в текстовом файле урока, смотрите в описании. Что касается поддержки устройств, можете убедиться в размере этого списка, просто прокрутив его. Шлюз Xiaomi тут и рядом не стоял. С официального сайта Texas Instrument нам нужно скачать программу для перепрошивки и набор драйверов. С сайта проекта архив с прошивкой. На Texas Instrument придется пройти процесс регистрации, ничего сложного, но займет несколько минут. Все ссылки в текстовом файле урока. Устанавливаем загруженный драйвер для работы с программатором и программу для перепрошивки. Цепочку из соединенных кабелями стика, переходника и дебаггера подключаем к компьютеру. Понадобится два USB порта, так как подключаем и стик, и кабель дебаггера. Запускаем программу перепрошивки с опциями, аналогичными этому слайду. Файл для прошивки с расширением HEX, это важно, не BIN. Внимательно все проверяем и нажимаем Perform Actions. Ждем завершения процесса прошивки. Еще один важный момент. Практика показала, что USB-стик стабильно работает через небольшой, достаточно 20-30 см USB-удлинитель. А при прямом подключении к USB-порту одноплатника часто наблюдаются отвалы устройств. С удлинителем такой проблемы нет. Также удлинитель даст больше свободы в размещении стика. Я, например, поднял его выше, чем находится мини-комп для улучшения зоны охвата. Вот и наш учебный инстанс, ровно на том месте, на котором закончился 4-й урок. Переходим в меню Hastio. Приехало обновление, установлю его, чтобы урок был более актуальным. После обновления 105 список пакетов выглядит гораздо симпатичнее. Нам нужен аддон Mosquito Broker. Интеграция, которую мы сегодня рассматриваем, работает по протоколу MQTT, очень часто применяемым в сфере умного дома. Сообщения, передаваемые этим протоколом, публикуются в так называемых топиках, которые хранятся на стороне брокера. В будущем мы с вами не раз будем использовать в разных задачах. Мой вариант конфига, который будет в тексте урока, отличается только наличием логина и пароля MQTT. Для локальной сети я не вижу смысла в большей секьюрности. Как обычно, я максимально все делаю в ручном режиме, и параметры для подключения к MQTT тоже. Их надо прописать в Configuration YAML. Открываем раздел MQTT, в нем указываем адрес брокера. Core Mosquito для подключения на локальный брокер или IP-адрес на внешний. Обязательно прописываем обнаружение новых устройств и его префикс Home Assistant. Логин и пароль те, что мы установили в конфиге. Здесь мне придется выйти за рамки учебного сервера и использовать мой реальный брокер, с которыми работает мой CC2531. Это приведет к тому, что топиков у меня будет намного больше, чем у вас, но пусть это вас не смущает. Все, что надо, я расскажу.
перегружаем инстанс для применения настроек. После перезагрузки возвращаемся в магазин аддонов. В строку «Добавить новый репозиторий» добавляем адрес ZigBee.MQTT, его берем из текста урока. Ставим аддон ZigBee.MQTT и перед стартом проверяем параметры для подключения к MQTT серверу. Тут все то же самое, что мы прописывали в Configuration YAML. Если вы поставили свой логин и пароль, меняем его тут тоже. Делаем панель управления для добавления устройств. В Configuration YAML объявляем новый раздел «Таймер». Это сущности для отсчета времени. Выносим во внешний файл. Еще одна новая сущность – Input Boolean. Это сущность для определения логического «да» или «нет», которая устанавливается пользователем. Создаем эти файлы. В разделе «Таймер» создаем интервал на 10 минут, это 600 секунд. Название можно ставить любое, например, ZigBee Permit Join. В файле input boolean создаем сущность с таким же именем, чтобы не путать, и статусом по умолчанию выключено. А в папке сенсоров я создам новый файл, назову его по имени проекта. В нем нужно будет сделать всего лишь один сенсор, который будет считывать состояние MQTT топика из брокера, который отвечает за разрешение присоединения новых устройств ZigBee to MQTT Bridge State. Теперь нужно сделать набор из автоматизации для управления состоянием подключения. Сразу сделаем красиво. Configuration YAML для автоматизации сделаем вынос в папку, как для сенсоров, так как их у нас со временем будет много. Создаем указанную папку. Старый внешний файл можно удалить, у нас там все равно ничего нет. Если у вас уже есть какие-то автоматизации, создайте новый файл в созданной папке и перенесите их туда. Создаю файл ZigBee.MQTT.YAML и в нем начнем создавать автоматизации. Первое включает режим добавления. Чтобы она была всегда активна при запуске инстанса, нужно добавить строку «Состояние при инициализации true». По условию переключения созданного нами input boolean в топик ZigBee.MQTT Bridge State, за которым будет следить новый сенсор, пишется значение true, что активирует режим добавления, и запускается наш новый таймер на 10 минут. Вторая – ручное выключение режима добавления по переводу input boolean в положение off. В топик пишется значение fails, таймер сбрасывается. И третье, то же самое, но по таймеру. Когда отсчет из 10 минут завершается, происходит событие таймер finish. В топик пишется значение fails, а input boolean переводится в режим off. Добавим карту с созданными нами сущностями на новую страницу Lovelace. Тут все просто. Копипастим начало предыдущей страницы, меняем название и иконку и ставим в карту созданные нами сущности. Перегружаем для применения настроек. Не забывайте проверить перед этим конфигурацию. После перезагрузки в меню интеграции появилась строка MQTT. Устройство она пока не имеет, сюда они будут добавляться. А в Lovelace новая карта, которая представляет собой интерфейс добавления новых устройств.
Запустив ее, мы включаем на 10 минут режим сопряжения с новыми устройствами. Давайте добавим какой-нибудь сенсор, например, температуры и влажности. Если он подключен к шлюзу и есть мехом, то нужно его удалить, чтобы потом не было глюков именно из мехом. Сразу оговорюсь, пример показываю на своей рабочей конфигурации, поэтому у меня уже подключен ряд датчиков, у вас список сначала будет пустой. Включаем режим подключения в интерфейсе и на датчике зажимаем кнопку сопряжения, так же как и при подключении к шлюзу, до 3 сигналов светодиода. Смотрим на список устройств на экране. Новое устройство, сенсор температуры и влажности, появится автоматически. В этом устройстве имеется 4 сущности, все они имеют отношение к датчику температуры и влажности, что видно по одному и тому же техническому имени. Кстати, цифры в его конце те же самые, что показывал ранее шлюз Xiaomi, это MAC-адрес конкретного устройства. Это сенсор, который показывает значение температуры. Сенсор, который показывает относительную влажность в процентах. Сенсор, отвечающий за уровень заряда батарейки. И сенсор, который показывает уровень сигнала, качество подключения к ZigBee сети. Давайте рассмотрим еще один пример, двухклавишный выключатель без нулевой линии Акара. Для тех, кто не знал, при добавлении его через шлюз в Home Assistant можно управлять только реле. Логические события при нажатии на кнопку и режим отвязки кнопки от реле не работает. В этой интеграции все по-другому. Удаляем устройство из мехом, если оно было ранее подключено. Аналогично подключаем. Включаем в интерфейсе режим добавления, зажимаем одну из клавиш выключателя, пока не моргнет светодиод, и устройство появляется в списке интеграции. Для этого выключателя появилось 5 сущностей. Они также имеют общее техническое имя по MAC-адресу устройства. Давайте рассмотрим их подробнее. Два свеча, правый и левый. Это физические реле, могут включаться и выключаться. Тут аналогично пробросу со шлюза. Сенсор клик. А вот этого при пробросе с шлюза нет. Этот сенсор как раз и транслирует логические нажатия на кнопки выключателя, позволяя использовать его в условиях сценария. Более того, об этом чуть дальше. Тут можно отвязать клавиши от реле. И два информационных сенсора, качество сигнала и температура. Я так понимаю, что это внутренняя температура устройства, и применения этому показателю пока не вижу. Для раздельного использования реле и клавиш нужно отвязать их от управления реле. На сайте проекта имеется описание процесса. В топик устройства нужно передать соответствующую команду в зависимости от типа выключателя, одной или двухклавишный, и желаемого эффекта, управления реле или развязка. Для этого используем программу MQTT Explorer, ссылка на загрузку в файле урока. Прописываем адрес сервера с MQTT брокером, логин и пароль для подключения. Так как это мой реальный брокер, количество топиков в нем будет отличаться от того, что видите вы. Согласно инструкции, переходим в топик ZigBee to MQTT, который служит для конфигурации. Выбираем ветку нашего выключателя по его техническому имени. Если сразу ее не будет, нужно немножко подождать, она появится. С правой стороны в меню Publish в строке топика дописываем путь Set. Далее вставляем скопированный со страницы проекта код, в котором оставляем нужную нам клавишу в примере правая и режим в примере отвязка от реле. Нажимаем опубликовать. В топике устройства появилась вложенная запись с указанными параметрами. Режим применяется в течение пары минут, проверить его легко, нажатие на кнопку не будет включать или выключать реле. Зато при нажатии на кнопку выключателя в его топике, видно справа вверху, будет отображаться лог, в котором видны события нажатия. Это состояние сенсора клик. В примере события Write, это нажатие на правую клавишу. Забегая вперед, покажу пример моей реальной конфигурации, где используется логическое нажатие на клавишу проводного выключателя. Реле при этом не задействовано. Аналогично добавляется реле Акара, которое не пробрасывается через шлюз. Кроме управления каналами реле, тут есть сенсор текущей нагрузки в ваттах и накапливающиеся значения в киловатт-часах. Сенсор качества сигнала, стандартный для такого подключения. Обычная накладная розетка MIDI, тут есть и реле, и нагрузка. Выключатель с нулевой линии, тут также есть сенсор клик и аналогичный рассмотренному примеру вариант отвязки клавиш от реле. А также, в отличие от интеграции через шлюз, сенсор энергопотребления. Аналогично тому, как я показывал в предыдущих уроках, выводим интересующие нас сущности в карточке интерфейса Lovelace, тут никаких отличий нет.
Для того, чтобы сущности имели понятные и читаемые имена, прописываем их в файле кастомизации. Применяется кастомизация после перезагрузки инстанса. Некоторые значения типа потребления, уровня сигнала, батареек обновляются не сразу, а в течение нескольких минут после перезагрузки, это нормально. Выключатели и реле реагируют на команды сразу, обновляя и остальные свои значения. Если сделать это вручную из интерфейса или физически нажав, например, на кнопку, то значения будут обновлены принудительно. На этом пятый урок будем завершать. Как мы убедились, для работы с ZigBee устройствами можно использовать различные методы, и вариант CC2531 после однократной несложной настройки, весьма удобный и практичный, при этом не связан ограничениями, которые присущи шлюзу Xiaomi. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!